Здравствуйте, с вами снова я. Сейчас я вам расскажу, как правильно постирать обшивку багажника. Обшивка багажника у нас такой типа карпет с определенной формой. В принципе, я его вот только что из стирки достал, форму он не потерял. Сейчас пройдем к стиралке, покажу, на каких параметрах стирать. Значит, стираем на быстрой стирке, ну или же просто на 30 минутах в холодной воде. То есть именно в холодной. Какая именно холодная вода, я не знаю, просто холодная. И на 400 оборотах. И все тогда ЗБС прям стирается. Ну вот, что по итогу получилось. Ничего форму не потеряло. Все отлично. Сейчас лежит, сохнет. Еще одна большая шумка на балконе висит, сохнет. Собственно, вот так вот. Зашибись все. Подписывайтесь на канал. И не забывайте ставить лайки и комментируйте. Пока-пока.